И успеваем вам рассказать еще о некоторых событиях в мире. В американском Нью-Мексико выпало рекордное количество осадков. Ливни привели к разрушительным наводнениям. Из берегов вышли местные водоемы. В пустынном регионе уровень воды поднялся на 14 сантиметров. За ночь выпала треть годовой нормы осадков. Спасатели эвакуировали на лодках больше 300 местных жителей. Люди ожидали помощи на крышах своих автомобилей. Некоторые машины унесло в реку, которая начала выходить из берегов. Сообщается о двух погибших, и их обнаружили в затопленных авто. Поиск пропавших людей еще продолжается. Известно, что 38 человек были госпитализированы. Сейчас дороги в наиболее пострадавший город Розуэлл закрыты, не работает и аэропорт. Метеорологи говорят, что подобного ливня не было в штате 123 года.